Попали в такое бомбоубежище, в которое давно хотели попасть. Тут стоит такой смог. Это дизельная комната. Вот камеры воздухозабора первые. Вот такие гермодвери. По две гермы в каждой. Открывается, закрывается. Это ведет в вентиляционную шахту. Достаточно хорошее состояние всех герм. Вот зал для укрываемых большой. Тут работает вытяжка. Так, мы заходим в комнату с баками для силовой воды. Вот такие баки. Я надеюсь, нормально будет видно, потому что 2022 везде и это вентиляция молотит. Это вторые толчки. И тут тоже емкости с водой промыты в 22 году аж. Такие гермоворота. Вот, короче, дизельная. Дизеля тут нет. Тамбур-шлюз. Такой интересный. Вот веншахта. Что-то тут воды налито. Ну, собственно, все, это вся дизельная. Так, это еще один вход в водоубежище. Тут вот такие гермочки идут, террасные. А там интересно открывается? Да. Ну-ка. Это записывается все. Что, не откроете? Да. Прикольно. Открой вот эту. Еще.
помним. Вот тут все в собачьих следах. Когда-то тут я уже ходил. Сейчас вот опять посмотрим. Скоро тут ремонт будут делать. Посмотрим, что тут осталось вообще. До сих пор. Капец, ну тут все в собачьих следах. Мне это что-то не нравится. Разрисовали гондоны всякие. Но пока все так же. Сохранялся еще станок. Нашел вот счеты. Они не как обычно деревянные, а корпус металлический. Какие-то необычные счеты. И тут какие-то какой-то непонятный. Может, машинка печатная. А, это баян, по-моему, был. Вот он. Аптечка, да, это какой-то баян маленький. Разломанный. Вон там много стекол осталось для трамваев еще. Это для старых. Которые советские еще, очень старые трамваи. Они уже не нужны практически. Идем по Нексель, короче, дальше.